уже непосредственно узнал, что людей, которые, видимо, были очевидны, что вас видели молодой человек, который давал взрывную. Пожалуйста, сначала. Я очень прошу, да и все просят уже. Представьте сначала. По фамилии? Это важно? Да. Что вы видели, что вы слышали? Что я видел? Я выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. После взрыва был такой сильный взрыв. Такое ощущение, как будто взорвалась покрышка. После чего я выбежал, посмотрел, увидел только людей, которые были в шоке, стояли там по проспекту. Сам ничего не увидел. Непосредственно потом только от людей узнал, что видели молодого человека, у которого взорвалось взрывное устройство в руке. Вот. И, собственно, потом мы видели уже брызги крови, непосредственно куски мяса, фаланги, которые валялись. Нет, там в арке. А молодого человека уже не было? Это было часа два назад. А молодого человека нет, уже не было? Ничего, ну, никого не было. А кто позвонил в полицию, скорую, это не знаете? Вы не звонили, да? Нет. А люди, которые видели, они... Они сразу же, как бы сначала постояли, собственно, и разошлись. Где еще следы крови есть, кроме арки? На улице, на машине были брызги, на асфальте, на доме. А по траектории его движения брызги были, вы заметили? Ну, я по траектории понял, что это было прямо на выходе из арки. Потому что это и на улице есть кровь, и такое мясо в конце. А молодой человек сам выбирался из арки, не знаете, или ему помогали? Илья, еще раз, как ваша фамилия? Илья Римар. Спасибо. Спасибо. А где эти очевидцы, вы не знаете? Откуда насколько я понял, был очевидец единственный, который был в машине. У которого машина забрызгала? Нет, который вот здесь вот стоял напротив спортивной линии. В машине сидел и видел этого молодого человека, но потом он сразу же уехал. Я вы очевидец, да? Я нет, я только говорю, я слышал. Меня грех, пока нет, уже... А можете, можете рассказать? Вот этот человек, который сидел в машине, вы сразу же везли, да? Нет, он сам уехал. А, уехал, да? Его сейчас ищу. Я не знаю, видел. Скажите, вы услышали взрыв, и что дальше? Взрыв, выбежал на улицу. Смотрите, что произошло. А где вы находились? Я бы хотел с ним говорить. Вы продавец, да? И что дальше? После чего я увидел, ну ничего сам не увидел, не понял, откуда произошел взрыв, только вот посмотрел, увидел людей, которые стояли в шоке со стороны Владимирского проспекта, ну и, собственно, проходящие. Вот, что произошло, сам не понял, потом только уже узнал, что вот видели, что видели другие. А говорят, что было залито кровью место взрыва. Да? Говорят, да, что да, было оно застегнуто на улице, брызги крови на машине, брызги крови в арке, подарки непосредственно, ну и мясо валяется в фаланге пальцев и косточек.